Итак, всем привет! Это 80-я серия нашего выживания в пустоши Мохаве, Fallout New Vegas, режим хардкор. Мы находимся на пороге завода, как уж его зовут-то, H&H Tools, куда я просто пришел, ну просто так. Также мы получили наконец-то от нашей подруги Вероники квест «Сплошные заботы», но нам теперь надо еще дождаться, когда у нас ЭД, как это сказать, вторую запись воспроизведет. Вот. Поэтому мы занимаемся всякой ерундой пока что. А пока что мы идем в завод. Мы смотрим, что тут да как. Есть ли тут что-нибудь интересненькое? Или неинтересненькое? Там что-то блестит. Непонятно. А что это такое? Вот это вот. А, лампа. О, тут даже мигающий свет. И все такое. Так, подозрительный. Что такое? Кто? Блин. Отлично. Только мозг. Есть там еще кто-нибудь? Так, давайте сразу санцет с парилки. Я все боюсь, что мои напарники могут вот так вот... Что это такое? Так, энергетическая батарея, возьмем. Что происходит вообще? Давайте-ка выйдем. О. ЭД живой. ЭД живой. Вероника живая. Все живые. Пойдемте еще раз войдем. Физическая сила. Кто это? Такой крутой. Топливо для огнемета. Фига себе. Это Вероника его так приласкала. Нехило. Приласкала. Но мы подозрительный терминал хотим изучить. Я хочу. Так, доступ к секретной сети. Так, письмо в 05, так, 14.05, 20. Ну-ка. От кого? Так, так, так. Отдел кадров. Новые правила для служб. Так, ниже. Приведенные правила внутреннего распорядка вступают в действие с настоящего момента. В офисе на заводе запрещается камеры. Запрещается использовать какие-либо камеры. В любой момент в комнате отдыха должно находиться не более 3 человек. Понятно? В соответствии с пожеланиями администрации все туалетные комнаты запечатаны и закрыты. Ни хрена себе. Служащим предлагается удовлетворять свои естественные надобности до и после работы. Круто. Если у вас имеются вопросы касательно новых правил, пожалуйста, направляйте письма по электронной почте в отдел кадров. Спасибо за внимание. Да-да-да. Очень хреновый здесь шрифт, я бы сказал. Ну да ладно. Так, еще. Привет всем. Мистер H потребовал, чтобы существующим в H&H Tools правилам было добавлено ниже следующее. Пожалуйста, запомните, что новые правила вступают в силу незамедлительно. Служащие должны вести деловые переговоры на английском языке. Да, это включает и переговоры с иностранными заказчиками. Выход на крышу строго запрещен. В
Все служащие должны подвергаться исследованиям ДНК с целью выявления изоляции гена предателя. Так, ну еще что у нас тут? От кого? Привет, друзья! Мистер Эйдж просил меня довести до вас информацию о новой системе безопасности. Это очень важно, поэтому, пожалуйста, прочтите внимательно и подтвердите потом письмом, что вы поняли все детали. Установлены автоматические турели. Они располагаются в обоих боксах на патрульной платформе рядом с кабинетом мистера H. У вас всегда должна быть при себе ID-карта, или турели откроют огонь, что крайне нежелательно, не так ли? И смайлик. Помните, никаких резких движений, пока вы не услышите щелк. Это означает, что турель опознала ID-карту и можно проходить без опаски. Каждый месяц в день получения аванса служащие должны сдать, по крайней мере, одно из ниже перечисленного. Одну пробирку крови, 20 отстриженных ногтей, можно с пальцев ног или с пальцев рук, но не то и... не то и не другое, то есть вместе нельзя. Одну прядь волос или образец кожи размером 5 квадратных сантиметров, нифига себе. Это же целый, получается, целая ладонь практически. Эти образцы нужны для целей мониторинга. Немедленно. Увольнению подлежит любой служащий, о котором станет известно, что он или она проживает совместно, дружит или близко общается с ниже перечисленными группами людей. Иностранцами, масонами, актерами, незаконными иммигрантами, инопланетянами или фламандцами. А фламандцы-то чем не угодили? Если вы увидите мистера H в рабочих помещениях, не вступайте с ним в зрительный контакт. Зрительный контакт с мистером H расценивается как попытка украсть его энергию мысли и является основанием для немедленного увольнения. Да, даже если мистер H будет в своем особом головном уборе. Спасибо за внимание и терпение во время нашей большой реорганизации. А теперь за работу. Продолжим делать самые крутые инструменты на Западе. Вообще, доступ к секретной сети. Ну-ка. Так, запись. Все хуже, чем я считал. Хендерсон прислал записку из 10 пунктов, подчеркивающих выгоды от механизации и авторизации. Будто я не знаю, что он давно в сговоре с моим знакомым братом. Я понял, что он гнусный предатель, сразу как его увидел. Осталось сделать только одно. Одно и это обеспечит безопасность компании. Наследство, полученного от моего отца. Синди Лу приведет его ко мне, и тогда я покажу. Накажу его в назидание всем. Ублюдок поймет, почему нельзя переходить дорогу хаосу. Вот понятно, что за мистер Эйдж. Мистер Хаус. Так. Взять? Ну, взять. Конечно, взять. Жрать-то всегда хочется. Так, еще. Но это я брать не буду. Тут ядер кола. Так, что тут еще есть? Вермишель. Стейки из брамина вот возьму. А вот эти вот я не буду брать, потому что они очень фигово насыщают. На самом деле, действительно, зачем я и буду их брать? Блин. Опа. Много тут жратвы-то. А где мои напарники? А вот они, мои напарники.
Так, сюда я пошел, здесь кафетерий. Так. Мины. Клево. Я на них не подорвусь. Потому что у меня легкий шаг вперк взят. Что такое? Кого-то там нашел. Офигеть. Эдэ, только ты не это, не подохни случайненько так. А то мне с тебя еще квест надо взять. Афа. Я так понимаю, это была ловушка, да? Активировать терминал. Блин, сыкотно, однако. А, нет, это... Это Вероника напоролась на ловушку, понятно. Я-то на нее не напоролся, как я уже сказал. У меня есть, собственно... Так, какую-нибудь фигню. Так, макароны с сыром, так... Наливные яблоки. Солнцбери стейк. Нормально. Вероника напоролась. У меня-то перк. Обезвредить. Что такое? Оу, я перегружен, что ли? Я не понял. Что произошло? Почему я так медленно шел? А, нет, смотрите. Оу, еще письма, еще письма. Так, это, я так понимаю, те же самые, да? Угу. Так, письмо от Топсона Угила. Так, тема ответ. Что это за бред сивой кобылы? Ты что, спятил? Ты думаешь, они не мониторят нашу почту? Больше не посылай мне всякую ерунду. Понятно? А где ЭД? Эдэ, Вероника есть. Эдэ-то погиб, не погиб? Нет, вот он. Хитрый. Эдэ. Так, тут надо, конечно, быть очень аккуратным. Я так понимаю, тут много ловушек всяких. Всяких ловушек. Я-то... Мне-то нормально. А вот им не нормально. Так, здесь у нас... Так, стол. Нету ничего. Терминал, что пишет. Так, письмо от Алана Делтона. Дженни, что, черт возьми, с этими ребятами? Они скупают наши акции с таким пылом, как будто что-то кому-то хотят доказать. Нет, вру, будто здесь есть что-то личное. Может, мистер Эйдж задавил любимую робковскую собачку или еще что? Алан, ПС. Весь уикенд моей жены не будет в городе. Да-да-да, почему бы тебе не зайти в пятницу? Приноси аккордеон их. Так, ух ты, блин. Письмо от Джека. Мейнарда. Мейнарда. Так, Добс, ты видел новые правила? Что за херь тут творит? А, ну понятно. Клянусь, если бы не деньги, я бы сказал... свалил, вернее. Дженни. Привет, красавчик. Я накормил Алана сказкой, что должна играть...
роль лохнесского чудовища в представлении, так что в пятницу вечером я свободна. Хочешь, я принесу дымоходную трубу и сувенирные лунные базальты? Ты. Зачем? Письмо от Алана Белтона. Добс, Джейни сказал, что твой брат может узнать что-то о парнях из Робко, которые по всем позициям обставляют нас на рынке. У тебя есть какая-нибудь инфа? А, ПС. Жена уезжает на уикенд, а Джейни занята. Почему бы тебе не захватить чего? Клеенку и мусорку в форме слоновой ноги и не напомнить мне о стар... Фу, бля! Короче. Я, конечно, ничего не имею против сексуальных мужчинств, но, блин... Идите вы в баню со своими приколами. Ага. Обезвредить. А то сейчас Веронику тут, пожалуй, что накроют. Так, что мы тут имеем? Мы имеем подъем наверх, но мы имеем еще, по-моему, ответвление там. То есть мы еще не весь, блин, офис рассмотрели. Здесь же есть дверь? Нет? Нет двери. Блин, нету двери. Это не круто. Икс. Нам вот сюда. Так, что-то я так это... Блин, пипец. Вот если бы не было у меня этого перка, я бы сейчас здесь хорошо подрывался, на самом деле. Давайте смотреть. Внимательно! Нет тут никаких растяжек. Потому что я больше всего волнуюсь за своих напарников, они не очень-то. Крепкие. Так, опять есть, собственно, сенсорный модуль, да? Нет, спасибо. Так, а вот это, похоже, этот офис мистера Эйча, который мистер Хаус. Да? Ведь. Та-та-там. Там-та-дам, та-та-дам. Мне все время хочется его назвать доктор Хаус. Этого мистера Хауса. Что у нас здесь? Это что такое? Вот это вот. Обыскать мистер помощник. Нифига себе. Ладно. Допустим. Еще мистер помощник. Распидорасил ее, конечно. Подозрительный терминал. Письменный стол. Бутылочная крышка. Доступ к секретной сети. Запись какая-то. Тем не менее. Непонятно. Все понятно. Все понятно. Вы поняли? Я понял. Больше никаких стрижек. Они могут воспользоваться моментом и, глядя в глаза, украсть мою энергию мысли.
Впрочем, у меня есть особый головной убор, чтобы помешать им. Особый головной убор и особый дробовик. Отец, почему ты со мной больше не разговариваешь? Ты всегда любил его больше, не так ли? Так, все понятно, бля. Все понятно. Так, терминал. Что тут у нас? Письмо от Дженни Де Сото. Сама не понимаю, Алан, я пытаюсь выловить информацию из их отчетов комиссии по ценным бумагам. Но все настолько запутано, что не разобраться. Я даже не могу сказать, что... А, кто руководит компанией? Я написал об этом Добсону, его брат частный сыщик. И занимается как раз корпоративными делами. Может, ему удастся докопаться до истины? Прости, детка, в эти выходные я не могу. В нашем церкви устраивают музыкальную... Ну да, мы это знаем. Какое музыкальное представление, в какой церкви вы там устраивали. Все мы знаем. Так, терминал. Блин, сколько тут записей всяких. А, ну здесь вообще ничего нет. Здесь только новые правила. Здесь что? Здесь ничего. Здесь что? Вроде как терминал-то рабочий, но все-таки не активный. Так, Вероника. Все. Вроде как мы все тут облазили. Да, эти картотечные шкафы я тоже облазил. Так, здесь тупик. Так, ну теперь вот здесь вот подозрительный терминал. Еще почитаем. Так, доступ к секретной сети. Запись такая-то. Синди Лу мне больше не поможет. Любопытно, почему? Ого! Растяжечка. Вообще ужас. Мужик просто больной был на всю голову. Все тут заминировал. Чтобы никто и эту самую энергию не скоммунякал. Так, военные деньги возьмем, чего нет. Так, вот бутылочная крышка, да, берем. Бутылочная крышка, это хорошо. Так, ну и вот, собственно, ага, собственно, дробовик. Чё-чё? VIP ключ карта Lucky 38. Клёво. Не знаю, зачем она мне, но она мне пригодится определенно. Так, терминал дома Энтони. Заперто средь. Терминал дома. Энтони. Гаси. Давайте вскроем. Так. Аинг. Нет. Один из... Ого! Нет.
Ну вот этот вот может подойти. 3 из 9. Фигово. Ну, тогда вот это, что ли, получается? Да, фиг из 2. Так, ну все, короче. Еще разочек. Дубль 2. Что-то я протупил. Потому что должно было быть 4. Тогда совпадение, если бы коу был правильно. Так. Вот здесь вот пинг. Всего 6. Собственно, всего 6. То есть, нет, 7 получается, да? Но все равно. Так. 4. Ага. Ну, это точно не оно. Так, потому что тогда было бы совпадение как минимум 5 буквок. Converted. Тоже не то, потому что совпадает 1 и 2, и все. Конвертит. Тоже не совпадает. Так, и вот у нас есть инди. Happening нет. А, вот. Да. Так, коррекция управляющей системы Lucky 38. Выполнение. И что я только что сделал? Ага, тут не письма, тут записи. Так, давайте почитаем. Так, годы идут, и мне все больше не хватает отцовских советов. Интересно, гордился бы он тем, что я делаю? Нет, не стоит об этом задумываться. Мне нужно сбросить груз прошлых лет и перестать копаться в семейной истории. Тем более, что история это отнюдь не семейная. Так, погнали дальше. Я перестаю доверять Хендерсону. Думаю, что он... спелся с моим ублюдком братцем. Чтобы захватить компанию. Я построил эту компанию, черт возьми. Я не желаю уступать свое место какому-то выскочке с фантазиями школьника, помешанному на роботах и ученых в степенях. Я попросил Синдилу приглядеть за Хендерсоном и просматривать его почту на предмет чего-либо подозрительного, ясно? Так, они все против нас, не так ли? Синдилу права... Синдилу это баба, понятно? Синдилу права, у меня нет выбора, пусть... Бог простит меня за то, что я сотворил. Все мои служащие, все люди, которые я считал верными друзьями. Был ли я неправ? Сошел ли я с ума? Я раскидал страницы этого дневника по офисным терминалам. Так, на случай. Они не возьмут меня без борьбы. Я закончу писать это и активирую систему безопасности. Если вы читаете это, и вы американец, боже, храни Америку. Если вы читаете это, и вы мой брат,
Увидимся в аду, Александр Хаус. Непонятно. А при чем тут тогда Энтони, если писал Александр Хаус? Ну вот, в общем-то, что мы здесь выяснили, что Хаус больной на голову. Больной на голову. Очень сильно больной и очень сильно на голову. Был. Но мы с ним еще познакомимся, обязательно познакомимся, не волнуйтесь. Я думаю, сразу после того, как закончим с братством стали, все наши дела, сразу двинем к Хаусу. Кстати, у тебя тут ничего не лежит? Нет, ничего не лежит. Поговорить не хочешь? Не хочешь, наверное. Времени у нас сколько? Собственно, 31 число. Делать нехрена. Поспать может. Да. Нет, подождите, не здесь. Сон 128. Ну да, можно двинуть. Да блин. Можно двинуть в Новок и поспать. Оттуда двинем в Гелиос. Так, пить охота, пить охота. Как всегда, охота пить. Снаряга. Так, очищенная. Очищенная вода. Идем, поспим. О, блин, зачем я мишку взял? Миска, мишка, где твоя улыбка так разная? Плюшевый мишка, да? Опа. Партитуры и плюшевый мишка. Выкинуть нахрен. Так. Я даже посплю сутки нафиг. Сразу же. Вроде бы должно сработать, по идее, нет? То есть мы бы, у нас было 27-е, сейчас 31-е, 1-е. Вроде бы как бы... Так. Может быть и сработает, а может быть и нет. Так, красавица, отдай. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Вот это вот все я тебя заберу. И, собственно, Сансет Испариллу я сложу вот сюда. Я думаю, что мне штучек 10 хватит. Окей. Погнали дальше. Так, чем мы займемся, собственно? Вообще заниматься нечем, по сути. Пойдемте в Гелиос 1. Это единственный, по-моему, место, где у нас еще есть незаконченные квесты.
Вот мы и пришли на Гелиос, который первый. Блин, я думаю, труп лежит. Ух ты. Подгружается просто. Привет. Pretty sure HQ's forgotten all about us. This is a restricted area. State your business. Я служу НКР. Your being here is a start, soldier. We aren't exactly overflowing with troopers here. But if you really want to help us, talk to the idiot with sunglasses in the back of the plant building. He's been trying to get this place running for months and hasn't made any forward progress. Так, не нужно больше. There should, but we're not getting much power out of it, so none of our enemies have big interest in it either. Not like Hoover Dam, anyway. We had a real fighting force here just long enough to take it from the Brotherhood of Steel. Then they got sent east to the dam like everybody else. Caesar's Legion sends skirmishers every so often, prodding for weaknesses mostly. The reality is, if they really wanted it, we'd all be dead. А что здесь нужно было, кстати, братцу Сталька? Damned if I know. Put up a hell of a fight, though. We had them outnumbered, I don't know, 20 to 1, maybe? They held out as long as they could, lost most of their force before they retreated. Gave us a little parting gift, too. They had some of the plant running, but they shut it all down. Enabled an old security system, too, to keep us away from the controls. Jerk-offs. Понятно. Later. Пока. Ничего не хочешь сказать? Возможно, что еще недостаточно прошло. The Legion's coming for us. Just a matter of time, believe you me. О, какие собачки. Лейтенант Хагерти. Давайте посмотрим. Что же здесь у нас есть? Нет, но он... А, меня. Так, активировать рация. С тобой поговорить. Нифига подумал, да? Картотечный шкаф. Who knows which side the Legion's gonna hit us from next? We should be up on the front lines, not out here in bumblefuck. We're supposed to be relieved any day. That's what they keep telling us. I don't think anyone's coming. Ну, если здесь сейчас ничего не получится у нас, то значит мы пойдем к доктору Генри. У него тоже можно активировать триггер. This chain link fence perimeter is worthless. We might as well be defending a cage from the inside. По сути, я вот при первом своем прохождении как раз таки через доктора Генри активировал, когда этот... Ну нет, я сначала поперся на эту, как его зовут, на свалку мамаши Гибсон. А потом пошел в Джейкобстаун. То есть не сразу, конечно, пошел, но я ходил с СД и как раз таки ждал, может быть, чего-нибудь, думаю, произойдет. Но ничего не произошло. А я пошел. Так вот, ой, добрались до, собственно, Джейкобстауна. Там при разговоре с доктором Генри он наконец-то чего-то пропищал. Сигарету заберем. Пусто. Верик Махавская пустошь. Раньше вроде пустошь Махавая. Перевод был. Или мне кажется. Я ее не открыл, потому что, ну, о чем нам на улице-то делать? Подъем на второй этаж. Что у нас здесь? Привет, мужик.
We should be up on the front lines, not a... You lost? Да. Ух ты. Ух ты. Слушайте, а что тогда на втором этаже? Пойдем на второй этаж. Вроде бы нам сюда вот и нужно, по сути, по идее. Ну-ка, инфа. Задание. Нужны ключевые слова. Поговорить с идиотом в солнечных очках, хорошо. В глубине здания завода Келиус 1. Это не завод, на самом деле, по-моему. Это же электростанция. А какого фига электростанцию называют заводом? Чье же яблочко? Медицинские записи. А, ну да, все, вот. Получается, что здесь-то как раз-таки нет ничего. Здесь есть терминал. Что пишут? Так, тестирование Архимеда. Во вторник, 16 февраля, с 2 часа дня. Инженерная служба начнет испытание Архимеда и его связи с системой безопасности нашего завода. Ни при каких обстоятельствах ни один сотрудник не должен выходить из помещения на территорию завода, пока не стихнет сигнал тревоги и не будет дан отбой. Все сотрудники подписывали документы об отказе от права подать иск в случае потери трудоспособности или смерти. Поэтому мы не несем никакой ответственности, вернее, за какие-либо происшествия во время испытания. Все инженеры, наблюдавшие за экспериментом с площадки башни, обязаны надеть защитные очки. Ага. Главное, вот меня всегда поражал демократия, да, подать иск в случае смерти. Очень интересно. Так, начальные испытания Архимеда были успешны, хотя нельзя назвать успех безусловным. Несмотря на принятые меры предосторожности, несколько второстепенных систем оказались перегружены, последовало отключение энергии, длившееся 2,5 минуты. Над этими проблемами нам следует поработать. Более того, из расположенных неподалеку комплексов доложили, что во время тестирования у них имели место резкие колебания силы тока, которые могут приводить к порче и отказу оборудования. Такие отчеты получены из военных бункеров Hidden Valley и коммуникационной сети на горе Блэк. Нам следует обратить на это особое внимание, если мы хотим избежать нанесения дополнительного ущерба. Так, предстоящий визит. Бригадный генерал американской армии Скотт Лоу прибудет в комплекс в понедельник и останется здесь на неопределенный срок. Когда Архимед будет введен в строй, генерал будет единственным, кто сможет дать разрешение использовать его для целей, отличных от испытаний. Сотрудники, гражданские лица не обязаны отдавать честь при встрече, но мы рассчитываем, что пока здесь присутствует генерал, все будут чисто выбриты, подстриженные и опрятно одеты. Генерал предъявляет высокие требования к своим подчиненным, и сотрудники Посейдона не посрамят свою компанию в глазах этого заслуженного офицера. Понятно. Могу ли я сказать ему? Памятка для новых сотрудников Посейдон Энерджи. В
Вполне естественно, что вы, как член семьи Посейдон, будете гордиться нашими потрясающими достижениями. Заходите рассказать о них остальным. Постойте-ка, дружище, давайте подумаем, что произойдет, если корпоративная информация попадет не к тем людям. И вообще, кому именно она может попасть? Могу ли я сказать жене? Хорошо, предположим, вы это сделали. А велели ей никому не говорить. И велели, вернее, ей никому не говорить. И она обещала. Но вы же знаете, у женщин язык без костей. Следующим утром вы уходите на работу, а она уже висит на телефоне и звонит своей лучшей подруге Кэнди. Потом Кэнди рассказывает Герти, Макси, Лулу, а Лу звонит Дорис. Их разговор слушает телефонистка, а на деле китайская шпионка, заброшенная в Америку. Вот она уже на связи с Поднебесной, докладывает о всех секретах. Проходит еще день, и вы с женой в кандалах, а Китай распоряжается всеми нашим арсеналом оружия. Могу ли я сказать детям? Какой отец не захочет, чтобы дети не восхищались? Не захочет, чтобы дети им восхищались. Не будьте таким отцом. На следующий день в школы Ван Булкин получит от ваших отпрысков не только деньги за булочки, он станет обладателем государственной тайны. И когда он, национальный герой, будет гордо вышагивать по Красной площади, ваши дети будут надрываться в трудовом лагере бок о бок с вами и вашей молодой женой, чья красота поблекнет, поскольку коммунисты запрещают пользоваться косметикой, считая это проявлением индивидуальности. Могу ли я сказать друзьям-собутыльникам? Конечно, если кому и можно довериться, так это своим друзьям. Но много ли вы о них знаете? Друзья это или товарищи? Не будьте слишком доверчивы, даже самые прозрачные... Даже самое прозрачное окно может скрывать секреты, если оно занавешивается железным занавесом. Логично. Всегда помните, вы теперь член двух семей, и у вас есть обязательства по отношению к Копеям. Но ваши обязательства по отношению к семье Посейдон более важны, поскольку дети могут пойти по плохой дорожке. Друзья рассорятся, а жена обмануть. Но Посейдон Энерджи всегда будет кормить вас и стоять на страже ваших интересов. Никому не говорите о том, чем занимаются Посейдон Энерджи. Если будут уж очень приставать, скажите, что работа скучная, обсуждать нечего, но компания платит хорошо, заботится о сотрудниках, и вакансии для талантливых людей всегда открыты. Это хорошая пропаганда. Мне даже понравилось. Особенно как про Ивана Булкина, который будет вышагивать по Красной площади. Опаньки. Что-то пароль к восточному терминалу. Возьмем. Наверное, это нам надо. Сундук. Что в сундуке? Пароль к восточному терминалу. Еще один. Мешок. Я уж думаю, и тут пароль к восточному терминалу лежит. Но вроде нет. Так, здесь я... Все понятненько с вами. А больше тут нет ничего, да? Может, надо спрыгнуть. Собственно. Так, теперь нам надо найти завод. Завод. То есть пойти на завод. Вот сюда. Здесь, я так понимаю, ничего нет. Нам надо наверх. Там же ничего нет. А там дверь. Это не круто. Что это? Пиво.
пиво. И что? Дверь открою. Клево. Вот это приперся. Куда приперся? Зачем приперся? Ага. Так, понял. Боец МКР. Да. А я не гражданский. Я не гражданская. Ух ты. Я же знал, что здесь есть секрет. Правда, от этого секрета, собственно, никакого толку нет. А что там была за дверь? Вот тогда давайте возвращаться. Я хочу знать, что там за дверью. Потому что здесь нету этой двери. Вообще радует, что вот в Нью-Вегасе напарникам мозги поправили. А то, блин, вот я помню в этом, как его зовут, а в третьем Fallout с напарниками были большие проблемы. Они постоянно тупили, застревали, пропадали. Ну, правда, здесь и то же самое есть, конечно, да. Но, с другой стороны, это не так критично. Опа. Блин, тут что-то есть. Сколько дверей? Сколько мест, куда можно пойти? Ага. Вот я, собственно... пришел туда, куда надо, на самом деле. Эй, мэн! Ах ты сволочь! Я только хотел на это... То есть я уже позарился на это яблоко же. Вот зачем вот вам вот это вот все? Эй, мэн! Вот тут получается квасите. Понятно, почему у вас ничего не двигается. Что называется, работа стоит. Если у вас полный холодильник бухла. Пойдемте туда. Потому что это квестовые персы, значит, нам можно сходить туда. Хотя, наверное, есть у меня подозрение, что это нас как раз-таки выведет на крышу. Да? Туда, куда нам надо по квесту. Блин, а что я здесь? Поёма. Я как-то задумался и получается не туда пошел. Было? Бывает. Я что-то в мозгах прокручивал этот квест и, собственно, понял, что я ничего не помню про этот квест. Ну, я думаю, разберемся по ходу пьесы. Открываем. Столько времени туда идти, чтобы обнаружить, что это выход. Самое начало локации. Давайте полялякаем с этими товарищами. Их тут двое. Есть один, который фантастик, и есть, по-моему, второй, который Рикардо. It's unusual to see a new face here. Are you a soldier or a scientist? Ну,
я просто так по миру шатаюсь, в общем-то. I see. Then you must have some special business here for them to have let you through. Это уж мне знать. Interesting. Forgive me for prying, but I'm curious. Are you with a particular group? Красноречие. Это твоя территория, почем мне знать? Ты можешь убить меня за мое признание. Кому ты служишь? Very well, yes. I'm part of the followers of the apocalypse. If you're not familiar, we seek peace and the spread of knowledge. Knowledge that must never be lost to the world. Now your turn. Дело в том, что нужно поддержание мира и порядка. Как бы тут с ним поговорить? Давай, так. That's reassuring. Although many who've made that claim to the followers of the apocalypse over the years have had less than pure intentions. But if it's really as you say, then take my advice. This installation carries with it dangers that no one here has realized. Take care of what you do here. Who you listen to. Some things are best left buried with the old world. Гелиос-1 это ведь не только электростанция, да? I don't entirely know. Our records on the company that built this place suggest that their dealings were not only in energy, but also in weapons. And I've seen equipment here marked with symbols used by the pre-war military. Targeting computers, shock sensors. A code word comes up repeatedly in the papers I've looked through here. Archimedes. Архимеда, есть то оружие? Yes. And the technology they have in this facility is like nothing I've seen. Some of it reminds me of Enclave equipment, but more advanced. A weapon based upon it would be catastrophic, no matter who claimed it. It's no wonder the Brotherhood wouldn't give it up. Братство Стали знало? They weren't here for me to ask, but I doubt they were here for electricity. When the NCR first came here, it was under Brotherhood control. They usually steered clear of one another, but something here changed their minds. The Brotherhood's interest in pre-war technology has always been in weapons. It's likely they were trying to reclaim Archimedes when the NCR arrived. Они вообще ничего не знают, что ли? Not yet. By some miracle, they've hired an imbecile to try and decipher the systems here. He spent months working at one console trying to get the solar reflectors to track the sun. What he doesn't know is that the only thing the console controls is the plant's in-game system. I tried to tell him, but he insisted that the largest console had to be the most important. Still, it's only a matter of time. Понятно. Мужик, молодец. Goodbye. Download complete. Oh, Begin recording. Navarro Outpost Scientist, I am glad that EDE has reached you. You will find several data banks of information on this machine. Давай. Please handle this information with the utmost care, as it represents the sum total of the results of my research on the Duraframe iBots. There are also several data banks with information on my research into Poseidon Energy and some projects they were working on in the Mojave area. Okay. Теперь нам надо будет дождаться, когда с нами свяжутся. С нами ведь свяжутся. Так, ты фантастик, да? Фантастический мужик. Who the hell are you? They bring you in to replace me? They're replacing me, aren't they? Да нафиг. Остынь, братень. Расслабь руки. Damn right you're not. God damn right. Why would they? You can't top this guy. Just да, a little да, да. More time. You can't keep Fantastic down for long. Mm-hmm. What else? I'm in charge. This whole operation depends on me. No Fantastic, no power. Got the whole NCR suckling my teats, and it feels so good. Понятно. А что ты пытаешься сделать, кстати? Well, see, we're getting power because the guy running this place is fantastic. But the mirrors outside aren't aimed right, so we're running at 1% efficiency. And I guess that just isn't good enough for some assholes. Trouble is, most of the controls for this place aren't here. They're in the tower. And that place has some crazy pre-war security system that the dumb shit NCR set off when they took over. Killed two guys. Now they won't go near it. They want me to make an omelet, but I can't break any of their eggs. Know what I'm saying? Так, как
вообще может перенаправить. There's these two terminals outside. They control the mirrors. I tried fooling with them, but didn't get very far. You'd have to get them to talk to the mainframe up in the tower, then do the rest from up there. I'm guessing, but it sounds good, right? Hey, you're not thinking about going up there, are you? Иду, конечно. Well, hey, if you find yourself up at the mainframe, do yourself a favor and make sure you send the power to the right place. It needs to go to the Strip and McCarran. На Макарен и Стрип, кстати. Because I get paid, that's why. Per kilowatt hour. Whatever the hell that is. That's where the NCR wants the power, so that's where I want it. But you know, you do that, maybe I put in a good word for you with them. Да, да, Fantastic's да. little helper. There's a reputation you can hang your hat on. Кстати, а почему ты боишься? Worried? Do I look worried to you? I've got this under control, baby. No one else can do what I do here. Да, да, да. Особенно работать на консоли, которая отвечает за интерком. Кстати, вот это вот я даже интересно. It was easy, man. They were going door to door asking if anyone knew any scientists. And I said, look no further. They asked me if I knew anything about power plants. I said as much as anyone I had ever met. They asked me how well I understood theoretical physics. I said I had a theoretical degree in physics. They said, welcome aboard. Понятно. Просто острый Here, язык. You want this. It's the password to one of the terminals outside. Found it written on one of the stalls in the bathroom. Пароль к западному. Спасибо. Пароль к восточному терминалу у нас уже есть у меня. Так, а ты... What can I help you with? Попросили так увеличить мощность электростанции, да. Then I would say do it. As long as the power of this plant is committed to the regional grid and not to a weapon. We are safe. If you're the one to restore output, then you can route the power where you choose, and they'll never be the wiser. I can't get you past the security in the tower, but I can be of some help. Давай. I've discovered a password for one of the mirror control terminals outside. You'll need it. Почему ты хочешь доверить мне это? I'm a man of letters. I'd be torn to pieces by the security system they have in that tower. I'd never reach the mainframe. But eventually, the NCR will. Or if not them, Caesar's Legion. They will use this place for war. Because the possibility exists, you might do anything else. You're the only choice I have. Куда мне следует направить? The NCR has their own designs for it, no doubt. But resist the urge to send it only to the thriving communities. Ну, это the понятно, need for power понятно. Is great. Я понял тебя, мужик. Всего доброго. Так, но выполнять этот квест мы будем в следующей серии, потому что я смотрю уже больше часа. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока.